Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лападом. Совсем недавно от нас ушла Урсула Ле Гуин. Это, я считаю, великий писатель 20 века. И без ее «Волшебника земноморья» не было бы половины, наверное, фэнтезийных произведений, написанных не только на английском, на всех остальных мировых языках. То есть это жанрообразующая вещь, в сущности, как «Властелин колец». Ну, я не говорю равновеликое. У каждой книги свои поклонники. Но, естественно, речь идет не о прижизненном величии и сравнении авторитетов, да, и влиянии на литературный процесс. Нет. Речь идет об удовольствии. Удовольствие необычайное было. «Гробница Атуана» произвели на меня колоссальное впечатление. Я рисовал эти гробницы, я воображал их, я просто бредил этими темными ходами. Я читал эту повесть еще, когда она печаталась в журнале «Наука и жизнь». Итак, Урсула Ле Гуин. У нее, оказывается, есть серия детских книжек, про кого бы вы думали? Про крылатых кошек. Вот уж несопоставимые вещи. Вы только представьте себе, вообще, неестественное сочетание, да, кошки и крылья. Вы только представьте себе ужас птиц. Можете себе представить, да? Мама дорогая, это теперь летает, спасайся, кто может. Вот, конечно, там в этих книжках тоже есть, но все-таки птица держит себя с достоинством. Да и потом, кошка, как летун, по-видимому, по своим тактико-техническим характеристикам, не соответствует аэродинамике даже голубей, да, и, в общем, конечно, страшно, да, но переживаемо, да, то есть не хана всем пернатым, а то вообще, ну, можете себе представить, да, вот кошка, и только, я все время вспоминаю Энн Файн, да, дневники кота-убийцы, кошке только дай волю, да, и, в общем... Конечно, это прелестные создания, они наделены всеми человеческими чертами, семейственностью, любовью к маме, умением, естественно, разговаривать и общаться с людьми в том числе, с людьми невербально, между собой, с другими животными вербально. Это такая реминисценция из книги «Джунгли» прекрасная. Вот. А как они оказываются на своей ферме? Ну, тут надо сделать маленькое отступление. Вы уж меня простите, я вам показываю две книги из четырех. Вот, где остальные две, я не знаю. Кто-то из племянниц наверняка сейчас, я надеюсь на это, наслаждается этими текстами, или кто-то из знакомых детей, да, потому что вот они здесь все изображены, издательство «Карьера Пресс» выпустило отдельными выпусками, отдельными книжечками всю эту серию, да, и, прекрасные кошки начинаются с книги, которая так и называется «Крылатые кошки», дальше, Джейн сама по себе, удивительная Александра «Крылатые кошки». Это все отдельные выпуски, отдельные серии. Вот две из них у меня в руках. Объяснюсь. Их там 5 штук, они все по-разному называются, у каждого своя судьба. И вот, например, Александр, которого вы здесь видите без крыльев, это реально бескрылая кошка. Это просто кот, который мне очень нравится тем, что у него есть прекрасное достоинство, основное дело жизни. Вот, призвание, я бы сказал, высокая миссия спать и толстеть. Он, как никто, преуспел в этих двух замечательных занятиях. Вот. Искренне завидую, покорен, в общем, мои поклоны, Александру. Да. Александр попадает в компанию этих кошек, находит с ними общий язык, все это проходит множество сложных перипетий. Как всегда в таких сериях для детей, каждая книжка содержит отдельную новеллу, отдельный эпизод. А вот Джейн, которая гуляет сама по себе, опять же, привет, Киплинг, да, это черный котенок в этой серии. Она еще очень юная, она еще котенок. Она соблазняется жизнью в городе. Ей кажется, что на ферме слишком скучно. И она возвращается в город. Где попадает куда? Ну, правильно. Конечно. А куда бы вы думали? На телевидении. Потому что, человек, которого она ласково зовет папа, и который, опекает ее, кормит исключительно тунцом, никаких кошачьих кормов, да, повязывает на шею ленточку, гладит, мурует, заботится по человеческим понятиям исключительно хорошо о ней, да. Этот папа, конечно, в уме уже считает миллионы долларов, потому что у кошки натуральные птичьи крылья, она ими умеет пользоваться, она в полете умеет делать фигуру высшего пилотажа, здесь написано, что она перекручивается и пролетает сквозь обруч. Вы только представьте себе, что нужно сделать с достаточно гибким и умелым, конечно, кошачьим телом, чтобы оно проходило сквозь обруч и выполняло эти самые бочки и сальто, да, в воздухе. Действительно, только кошка, наверное, сможет освоить вот эти премудрости птичьего полета. Вот. И, конечно, он ее дрессирует, эту дрессуру уже начинает снимать на телевидении. И если бы все эти прекрасные люди, да, не дай бог, с которыми встретиться в личной жизни, потому что я еще скажу, что... я скажу еще о том, что почему важно, что именно Урсула Ле Гуин, автор этих чудесных книжек. Если бы эти прекрасные люди не забыли на секундочку, что перед ними все-таки кошка, такая, разумеется, все окна, форточки, фрамуги, все абсолютно проемы,
дома закрыты, задраены, наглухо заперты и ни на секунду, ни на одну секунду не открываются. Улетит, он должен понимать, да? Но они забыли, что это кошка. И у нее остаются 4 лапы. У кошки, как известно, 4 ноги. Ну и она делает эти ноги, конечно, от него при первой удачной возможности. Причем они даже не замечают, она просто тихонечко кошачьими мягкими шагами выходит, да. Забыли они, что перед ними не только кроватая тварь, но истинная кошка, которой, для которой очень важна свобода. И вот, наконец, я хочу сказать, чем прелестна эти истории. Здесь, может быть, нет такого блистающего юмора или особой уж изощренной фантазии. Эпизоды просты, понятны, для дошкольника идеальное чтение вслух. И когда читаешь, ты понимаешь, что есть несколько важных идей, которые, значит, Урсула Ле Гуин даже вот в такую детскую простенькую книжку вложила со всей душой, со всей наглядностью они там высвечены. Это идея непременной личной свободы, без которой не будет ничего. Будь ты хоть чудо природы, кошка с крыльями, а я не скажу, откуда они взялись, чтобы вам было интереснее читать, да, у них есть мама, она живет в городе, вот сами все прочитаете. Но будь ты хоть чудо из чудес, да, если ты лично не свободен, то это все. Это лаборатория до конца твоих дней. И это клетка. Ты будешь, как ни назови, даже самое комфортное помещение, это все равно будет клетка. Второе – это природа. Природа, она управляет гораздо мудрее, чем человек с его вот этими закидонами цивилизационными. Да? И природе иногда все-таки надо доверять. И доверять в полную силу, а не с оглядкой. Да? И тогда природа все расставляет по своим местам. Это тоже очень важная мысль. Она в поздних книгах Ле Гуин. Ну, тут уже, извините, диссертацию надо написать. Я не смогу сейчас в рамках этого рассказа повести. У меня нет слов, чтобы отблагодарить этого замечательного писателя. Она сделала очень много для меня. И я с огромным удовольствием не вспоминаю и буду пересчитывать ее книги. Ну и теперь мне есть что показать детям, да, потому что вот эти кроватые кошки, действительно, это фантастично смотрится, здорово написано, здорово придумано, да, и очень-очень хорошо то, что рассчитано на самый малышовый возраст. Это ориентировочно старший дошкольный, ну и самый-самый младший школьный возраст. Дальше уже эти новеллы покажутся простоваты, хотя сами кошки, они, конечно, поражают воображение, тем более здесь очень хорошие иллюстрации. Читайте, наслаждайтесь, спасибо за внимание.